Для того, чтобы быть хорошим бизнес-аналитиком, необходимо, чтобы были и личностные, и профессиональные качества. В командах Дом.РФ и банка Дом.РФ бизнес-анализ действительно сильно отличается, и эти отличия обусловлены предметной областью, в которой происходит этот анализ. В Дом.РФ мы занимаемся предоставлением сервисов государству, бизнесу, гражданам, то есть это уже больше про пользовательские истории. Дом.РФ стоит идти работать, потому что мы классная прогрессивная компания. Мы помогаем нашим сотрудникам совершенствоваться комплексно и достигать высоких целей и амбициозных задач. Желаю всем добиться успехов в бизнес-анализе и развить необходимые качества. Было очень интересно послушать спикеров, которые выступили с динамичными и такими креативными презентациями, услышать людей из Дом.РФ индустрии.